Здравствуйте, это игра Клондайк. Я предлагаю вместе в этом видео открыть призовую постройку с полезными крафтами Храм 4 сезона. Вот такая большая, красивая построечка, вот так она выглядит. Ставим и смотрим, что же там внутри. Это мы получили за 100% расчистки острова. Так, дополнительно к подарку. Червяки по 80 штук, 5 раз. Рыба. Керосинчик, красный экстракт, синий, так мало, да, малина, 25 штук всего, какие-то они жадные, черника, метис, огромный рубин, большой лунный камень, камни столько стали давать, ух ты, не так мало алмазов, алмаз, рубиновая пыль, 5 штук, 5 печей, 5 ремней, 2 мороженых. Так, стимулятора 3, монетки 3 и один динамит. Вот такая вот у нас построечка Храм 4 сезона. И на этом все. Пока-пока.